удивительно, когда 1 сентября группа состоит полностью, а вот дипломы на параде выпускников военмеха идет всего 5 человек. Поэтому я подтверждаю слова ректора, что отчисляемость очень большая. Но о ней мы поговорим чуточку позже. А пока, Борис Павлович, что вы, как депутат законодательного собрания, как бывший выпускник... Уважаемый Константин Михайлович, глубоко уважаемый профессорско-преподавательский состав и, конечно, уважаемое новое поколение военмеховцев, поздравляю вас с Днем Знаний, с тем, что вы находитесь в стенах этого великого учреждения. Буквально совсем скоро исполнится 60 лет, как я переступил стены этого вуза. И каждый день к 1 сентября мое сердце начинает биться сильнее, дыхание учащается, и мозги становятся ясными и прозрачными, потому что я понимаю, что каждый раз в этот день я встаю на новую ступеньку знаний той лестницы, лестницы знаний, которая ведет туда, в информационное облако нашего понимания мира. Мы всю жизнь с вами учимся. Это информационное облако, это наше будущее. Это вы, те, которые будут управлять миром, которые будут управлять нашей страной, которые будут создавать новые космические системы, новые технические системы, определяющие безопасность нашей Родины, которые будут новыми государственными деятелями, новыми общественными руководителями. Это вы, будущие военмеховцы, настоящие военмеховцы, это будущее нашего великого Отечества. Я от всей души поздравляю вас с тем, что вы находитесь в стенах этого здания, этого университета, этой башни из слоновой кости, которая выделяется из всех вузов других страны, потому что она выше, она чище, она красивее и она вдохновеннее. Призываю вас также, держите это звание военмеховца, всегда будьте достойны того, где мы сейчас, тех стен, где мы с вами находимся. В сердце каждого военмеховца было, есть и будет тот замечательный лозунг, те замечательные слова, которые были сказаны 85 лет назад Дмитрием Федоровичем Устиновым при создании нашего вуза. Военмех лучше всех! Повторяйте! Военмех лучше всех! С третьего раза! Военмех лучше всех! С праздником вас! Ура!